Так. Давай, поиграем. России вообще. Так, где мобильная панель управления стримом? Так. Новость есть. Мне Арчи подарил подписку на месяц. Что? А, мне подарили на Арчи подписку, прикинь. Позавчера еще. На месяц подписку подарили, круто. За что, интересно? Так, рандомно. Ну, кайф, когда у тебя кончается сила, а тебя бомж пистолетом бьет по голове. Это обидно, мне кажется. Так, что у нас тут? Ален и сын. Заебок, заебок. Так. Блин, этот босс ёбаный. Ра. Ра. Ебать, эти черномазые крестьянки. Вся ферма в бомжах. Бать, у меня горит от них. Пиво, да, еще? Принеси. А.
Идиот, блядь. У меня Скофилд, блядь. Ну ладно. Будем как-то от него играть. Вот, блять. Боже, какой тиммейт, блять. Thank you.
Нихуя он стреляет. Прикольненько. Чувак, блядь, шестерых уже замочил. Нормально, у меня были такие. Потом я увидел, у него 80-й ранг там. У меня 69-й. Более 3 миллионов наград. Меня 69-й убил. Просто охуеть, как это, он, блядь. Это тоже много. Убегаю, блядь, в прыжке он мне в голову попадает, нахуй. У одного человека понимание игры явно выше, чем у тебя и у меня. Ну-ну. Что, ты закончил? Так, выходим на награды. Видел, да, сегодня Алдик, блядь, без оружия ходил? А я этот стрим на живую уже вышел. Прям охуенчик, мне понравился. Да, он магет. Ну да, чувак, пиздец, у него 2 миллиона наград, нахуй. 2500 часов, ебанешься. Шведский задрот. Сколько у меня? 500 часов, ебать. Сегодня прям хороший день. Летит отлично просто. Просто лять. Даже на Европе. Две катки на Европе было. Но с Ромеро, ладно, это не так важно в плане пинга. Но у меня тут Мосина белки глаз выбил на большой дистанции. Что, все закончили, нет? Ну, уже рядом с выходом. Ну, давай, жду. Так. Хорошие две карточки. Еще раз. Игры в этой игре легко промазать. Так как стреляешь по одной пуле. Ну хотя, опять же, блять, на видео. Блин, ебаный волшебник, мы на волшебнике! Ну только до этого я уже так тянулся. Он волшебник! Который я не успел записать на видео. Ебаный рот этого казино, блять! Ты не ешь грибы, блядь! И ты не ешь грибы, нахуй! Ты не ешь грибы, блядь! Ты не ешь грибы, блядь! И ты не ешь грибы, нахуй!
Так. Ну, я этой пойду. Альбом Люзмала. О, у меня, блядь, еще есть этот. Навык какой-то купить. Подожди. А я не могу легендарный, потому что у меня есть такой прикол. Че легендарный? У меня, короче, есть один закрытый апперкот, uh-huh. легендарный, контрабанда. Uh-huh. Одна штука серебристый такой. По факту у меня не открыт этот скин. Uh-huh. А, у меня даже два таких. И сейчас я третий пытался скинуть, он мне сказал, не-не-не, он удалится, если ты скинешь. А, нельзя, значит, да? Много? Ну, какой-то... Иногда можно. Непонятно, как будто от, может от грязи зависит. От уровня грязи. Может еще как-то. Может больше двух. А, может действительно больше этих двух нельзя. Все-таки, как обычные, тоже правило на них распространяется. Ну, от уровня грязи же делятся эти контрабанды. Разве нет? Нет, оказывается, нет. Я сейчас на одного одену свой апперкот и попробую тот снять. Да, снялся. Так что как-то так. А, да, уровень грязи не зависит. У меня вот все так. По два, допустим. Я третий уже не могу сюда закинуть. Че у меня с этим? А, со мной. Я не посмотрю. А, сейчас, подожди. Короче, если ты падаешь, угу. у тебя черепок со стрелочкой вниз не синий. Понял, да? Нет. То есть, если смотри, открой этот. Открой, блядь, этот скрин. Видишь, что пара, допустим. Сейчас, секунду, подожди. Так, ну. Штопор, либо фура 8, либо лата. У них у всех синие. Это значит, они валили моего тиммейта. Если валят меня, у меня точно такой же, но не синий. Вот, допустим, черепок. А, смотри, самого первого риор, вомбат, да. Технол, что-то там. Черепок со стрелкой вниз. Стоп. И следующий под ним. Видишь, они почти одинаковые, но один синий. Это, синий — это все, что с моими тиммейтами связано. Прозрачный. Да, это я знаю, что ты этот. Я просто, я имею вот. В виду, где ты ложишься, как выглядит какой-то, который так, ты ложишься. Вот. Но по этой же логике можно судить, что такой же синий, как от моего тиммейта. С черепок со стрелочкой вниз. Даун. Типа упал вниз. Он так называется. Типа, черепок со стрелочкой вниз, если синий, то моего тиммейта, если прозрачный, то меня. Видишь? Если вот просто черепок вот. Вниз без этого, без синего, значит, это ты. Это тебя. Тебя. Ну, потому что красный череп с двумя палками, это тебя убили. Подожди, какими двумя палками? Ну, красный череп, и у него как кости. А, ну если это тебя убили. Все, что вы настреливаете, это с прицелом. Там череп, угу. вокруг него прицел, это значит, вы настреливаете. Если нет прицела, значит тебя. Соответственно, и к союзнику точно такой же, только синий. Так, ну все, поехали. Ой, стопы, тройка стоит. Это этот черный рынок нихрена не обновляется.
Кириллом и Фодией придумали. Кириллицу, а Мефодий пошел нахуй. Ты с топорами начал играть? Что? Ты с топорами начал играть? Ну это его фирменный. А? Что? Я говорю, начал с топорами играть, это его фирменное. Что, блядь, фирменное? Ты со мной разговариваешь? Нет, у меня, кстати, этот есть. Кондуит. Почему я не вижу, блядь, на шахте подсказки? А? Не знаю, я тоже не вижу. Хуй так это. Да, надо было Европу отрубить. Нихуя, он не сдох, блядь, с топора. Хотя в грудь. Руку. Прям, а, ты в руку попал, я думал, в грудь прописал. Плечо. Хотя быть точно. Не, в грудак он бы отлетел. Не, поэтому я подумал, почему он не отлетел. Показалось, что это. Слева какая-то мразь пыхтела. У меня кондуит, так что подсказки мне давай. Бери. Минут у меня набралось. 12 минут? Угу. Вносливость. О. За счет подсказок. Пинг 157. 159 у меня. Тоже заскочит. Угу. 137. Сегодня, видимо, с Европой. Какая-то за ГОСТ. 142, блядь. 131. Пиздец, туда-сюда. Стойкость. Determination. Ну этот 30%. Ой, 100 хп, когда я восстановлю. Если поднимаются 100 хп сразу. А. Тут ебаные утки.
До сих пор пинг большой. Вот, по 55. Да чё с нахуй захуй? На, по 44. По 31. Да, у нас с тобой одинаково падает, причем и поднимается и падает. Ну, это значит, от сервера зависит. Да, это сервер погоняет. Если у двоих с разными провайдерами. Свинью мочат, что ли? Да, свинью бьют. Надо врываться. Угу. Тут дым положили. Блядь. Еще люди. Убегай. Разменялись. Мы разменялись, Алим. Там еще пальцы. Я понял. Ты к этим идешь, что ли? Я одного убил. Понизу. Он его поднял. Блядь. Чего? Ты не попал. Чего, второй. Блядь? Ну а чё, первый, то, что она горящая, этого недостаточно? Видимо, хп хватало. Видимо, блядь, у него 800 хп. Может, ты первый не туда попал? Я с одной мразью разменялся. Маме отнеси, пожалуйста, кольцо, Лис. Маме. Охуеть, она в наглую выходит, стреляет, и я не убиваю ее. А меня я в спину понял, приняли. Я не попал. Ну, блядь. Да, мы разменялись. Выпаду говно. Ну, пиздец. Нормально, блядь, общались. Ну, не смогу, не смогу. Да, вкачанную потерял. Я тоже. Игра волком играл в полу. Одиноко. Да пиздец, меня, прикинь, я отхожу, меня в спину стреляют первый раз. По мне промазывает дважды Лузмала. А, это, как ее, не Лузмала, это, блядь. Фелис. Я в нее попадаю, отбегаю, потом подбегаю еще раз, прыгаю, и мы друг друга в полете убиваем. Хуяно, правда? Я так привык играть с Ромеро. Так, запускай, я быстро за сортир сгоню. Не, давай.
Охренеть, живот крутит, твою мать. А? Нет. Надо? Что? Дай! Лиз, дай фурзолидоновую таблетку. Ты опять Европу не убрал, да? Ага. Ну, сервер, конечно, конченый был. Алем? Да-да. Не дожал. А на что ты тыкал? Касса. А. Полтинник, блять. На шляпу. Петухи орут слева. Ага. На портрикер кто-то идет с этого. Понял, с гиблого. Угу. Так, я второй этаж смотрю. Я вот тут смотрю. Мы же возле подсказки. Мы возле одной. Да. Они там, с той стороны. Он подсказку взял. В здании в этом, в красном. Можешь метку поставить? Не вижу. Вижу, вижу. Блядь, нихуя. С ветерли. Бежит, блядь, ковбой. Да ты охуел! У этого читы у второго. Второй раз в голову, блядь, да ты прикалываешься. Да, тихо. Подожги его, нахуй. А, нихуя. Да-да-да. Гандона ебаного. Что это? Это я. Блюдок, сука. Конченый, блядь. Я в окно стрелял. Этот ублюдок меня дважды положил. У этого чувака читы были, он мне в голову прям дважды, блядь. Вообще в наглую. Нормально, нормально. Можно я потушу этого ублюдка, да? А, давай. У него спектр и колдун.
блядь, не поджечь меня еще. Бля, а чё так дохуя шайгу, блядь, на одном квадратном метре? Нихуя не слышу. Такое ощущение, как будто тут кто-то бегал только что. Да, понял, понял. Ты кого там загр? Собак. А хули эти мрази разрались? Я 4 собак убил, не знаю, как она сработала. Уж я говорить начал. Нет, Шайгу одна не орёт, а вторая орёт. Пост красный? Да. Я на нижний ярус пошел. Я здесь. Вот здесь скрыта ловушка. Ставят ловушки еще. Или ты поставил? Не видно. Ты только что поставил. Только что ты поставил? Я тебя слышу. Я тебе говорю, моя ловушка. Ага. Скрытая ловушка, ты, блядь, слушай я меня. Я понял, что скрытая. Вот, а ты мне в ответ говоришь, кто-то ловушки ставит. Заебись. На меня поставили яд, блядь, с обычной. Я не увидел даже. Как это на тебя? Ну, там ловушка стояла яд и обычная. Одновременно. Они не у босса. Они наверху где-то. А я вижу. А вот тут, возле тут ходят. Один слева, другой справа. Обоих слышал. Так, боже, по низу ходит. Да мне похуй, где босс. Они тут ходят. Из кого-то попал. Тут лестница была где-то. Угу. Да, вот он. Гениально. Угу. Нужно быть полным долбоёбом, чтобы такое сделать. А, они же в этой хуйне, блядь. Угу. Все вспомню. Блядь, еще люди.
Ну жди, пусть сами дерутся. Сядь, сиди, тебе, если зайдут. Я не понял, других пати нету? Где остальные ебланы? Ебалайчики. Я же слышал шаги людей. Слишком дохуя звуков. Ловушка. Заюзанная. Снизу лестница. Она сверху. Тебя этим, блядь, да, бля. Дух дракона, да? Или как? Ага. Помойка, блядь. Да что-то я думал, что я хилкой собьем, блядь. Надо было дальше отбежать. Она не сбивается, да, хилкой? Не. Сука. Нет, ну в смысле горение только так вручную. Только кровопотек можно сбивать хилкой. Даже с притом. Этому черту первому, который меня два раза ёбнул, ему надо, блядь, дать за читы. Угу. Вижу, у тебя еще перепок со стрелкой вниз. Поворачивайся. Что я под ноги-то не посмотрел, когда дверь открыл. Да. Тут да. А что не посмотрел-то? Да, я не знаю, что-то открыл, да, и пошел сразу. Да видишь, блядь, я еще... Если был бы с полным хп, я бы еще выжил, блядь. Да, не выжил бы. Как ты выжил, это смертельная ловушка. Не, ну, можно отбежать, в принципе. Там мне одного отделения не хватило. Ну, колючки открылись слабенько, я успел отойти, но меня яд добил. Облако яда было близко. Так. Помойка играть за Филом. Господь. А есть ПВЕ пистолет? Да. Всегда с собой. Комбинацию ловушек смертельных. Хапай. Концертину бомб открыл. Ты что, сбросился? Нет. А, ты имеешь в виду этот колючая бомба? Угу.
У меня, кстати, она есть, но она, по-моему, блядь, у меня не открыта. А, нет, открыта. А, кстати, пиздец дешевая, блядь. Только чувство, что я удешевил, по-моему, она около сотни стоила. Да, сейчас 48, вообще пипец что-то. А, дешевле сейчас, блядь, стоит и гранаты, блядь, и большого динамика. Да, она же пиздец раскрывается, 200 урона. Расстояние 10 метров, да, у нее? Будет она моментальная. Нет, не 10 метров. У нее радиус маленький. Радиус поражения. Радиус колючки больше. Но если ты попал в радиус поражения, она ваншотит. Плюс у нее нет задержки. Она, да, она упала и сразу. В этом ее преимущество. И плюс она тихая. Так что очень крутая штука на самом деле. Если правильно используется. Там новый сервер GTA 5, короче, зомби-апокалипсис. Сделали, ну, как типа зомби-выживалка. И они спиздили из ханта музыку. Именно вот в меню, которая музыка идет. Ну, это же эти. Вот это вот. Это же мододелы делают. Да. Ну, вот они вот сервер сделали, блядь, и ебанули туда эту музыку. Черти, сука. Спиздили, блядь. Художественный фильм. Спиздили. Иду хуярить. Я его сразу убил. У меня ловушка хуевая, тьма. Отходи, 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 отходи. Ты не попадаешь мне. Я внизу концертины поставил. Сейчас еще поставлю, наверху концертины поставлю. Да, сначала ставь, потом бери ловушку. Да, я ставлю и беру. Бомба. Еще дверь. Я поставил там. Ты неправильно ставишь. В смысле неправильно?
На входе? Да, блять. Так, есть близко, я поставил. Я потом объясню. У ловушек тоже есть свои свойства. Я знаю, если ставить под лампу и все остальное, это я знаю. Нет, никак. У меня еще две ловушки есть. У меня все кончилось. Я поставил 4. Я все, они все смертельные. Я одну вон там поставил, на той стороне. На той стороне. Наверх поднялся. Все смертельное. Я поставил в конце там, на подъеме. Ну, первые гости. Уже пришли? Откуда? Не стреляйся в окна, пожалуйста. Сейчас первый умрет, надо быть готов его убить. Угу. Ну, в смысле, подбежать, чтобы он не убежал. Все места у нас смертельные. Будем ловить на лица. Одного здесь, один там. Один вот здесь. Давай срать на него. Нам главный вход открыли. Да, это нормально. Я закрыл. Рядом с тобой идет. Попал в него? Да. Попал, не убил. Они поняли, что у нас дробовик. Вот тут может быть. Угу. Вот в этом окне прыгать. Двое пока. Один там. Один с моей стороны. Ждем, пока остальные придут. Yeah.
хорош уже. Надо наверх лезть, наверх лезть, наверх, 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 наверх. Блять. Один долбой дверь сломал. Нихуя. Я одному в Ромеро в лицо стрельнул. 5 метров, не умер. Оба вот тут. Угу. Тебе кинули вверх. С этой стороны бегают. Убил. Хорош. Добил. Молодец. Кент справа. Кент не выйдет нахуй с того дома. Я колючка нормально закрыл? Да, полностью, блин. Ты стреляешь? Нет, нет, он. Наверное. Либо другие. Сколько у тебя секунд? Одна. У нас кто-то отсюда обходит, что ли? Да, да. Правильно чувствуешь. Кент, у него метки. Аккуратно с ним. Он наверху сидит. Меня слева пытается обойти. Алим, слева меня. Не лезь, не лезь. Не лезь, не лезь, блядь. Убью нахуй тебя, если полезешь. Есть чем подлечь, ублюдка? Пока нет. Сейчас я поищу. Сейчас, сиди наверху. Смотри на него. Еще огонь. Блять, ламп нет, прикинь вообще. Вон. Под скалами бегает. Нам надо перекрестным огнем его вылить, понял? Угу. Перекрестным. Надеюсь, ты понял. Перекрестным. Он надо мной. Перекрестным. Я понял, понял. Это нихуя не перекрестный. Вон там, с той стороны, справа от тебя. Я юзану. Вон там он. Только через скалу. Представь, что я пробиваю. Нет, у него читы, брат. Забей, читы. Не лезь, не лезь, не лезь, не лезь. Он подо мной. Не лезь, блядь, я тебя не вижу. Я тебя потерял, это не перекрестный. Я ищу огонь. Попал. Убил. Я убил.
Сколько у тебя секунд? Ноль. Сейчас будет. Я его занул. Ага. Тишина. У него копье, он копьем стрелял. Ну, он не мог копьем стрелять. Копьем стрелял. Пистолетом стрелял. Ну, мне в лицо он пистолетом стрелял. А, у меня со спарк. Сейчас я его под союзника открою. Там больно идет. Кто у союзника вкусный? У него мощный снайпер, блядь. А, это Спаркс. Нет. Это Спаркс снайпер. Ладно, валим нахуй. Он не ожидал, что я наверху сижу, я в него сразу выстрелил, как он поднялся. Интересно, что... Интересно, что он тебя не сыпал. Опа, одна награда ушла, а вторая нет. Угу. Вторую только что убили. А я не вижу вторую. А. Подожди, а вторая где на карте? Да, он возле выхода. А, все, на выходе. Награду убили на выходе или на выходе валяется? Подождем, может не выйдет. Валяется. Если валяется, можно забрать. Ну давай чуть пойдем. Мне патроны нужны. Секунд прошло, да? Пацаны. А у меня доходит. Да он же прям на выходе, блядь, стоит. Значит, он мертв. Закрыт. Значит, одиночка двоих убил, забрал награды и вышел. Бля, в натуре. Прям на выходе, блядь, снял двоих и пиздец. Там ближе к этому, к выходу, надо будет это, юзануть. Прикол это байт. Да и пиздец байт какой-то конченый. Вверх байт. М? Вверх байт, говорю. Ага, ну у нас созрение есть. А нет, это не байт. Это просто два лоха, блядь, одному слились. Два лоха слились одному. Это обзываешь людей. Не надо так. Я думал, что он мне так больно стреляет, он с парка пистолетов по мне стреляет. Совсем чуть-чуть, да? Ну, у меня каждый раз, блядь, кусок плоти отлетал. Я юзану. Угу. Мне 2 секунды. Слишком нахуй. Надо на кибитке дойти по дороге. Да, там и хобби. А, они просто подряд стоят. Пойдем через минус. По воде не бродить. Я убью. Зачем? Так, кстати, этот бронированных можешь пострелять? Да, конечно. С яда.
не вопрос. Бронирован. Вообще в легкую. Вали бронированных, я с этим не спал. Ебать. Мама, у меня теща хочет отравить. Почему? Она каждый раз что не приносит нам, я постоянно от этого дрищу, блядь. Ну так не ешь. А остальные не дрыщут? Ну сегодня он принесла винегрет. Мы с Анькой сегодня с горшка не слазим. Да, походу этот старый продукт на канал. Кто его знает? Доброта, блин. Да, мне кажется, это случайно. Ну типа, знаешь... Бля, случайно это, если было пару раз, наверное, это уже пятый, по-моему. За все время. Тогда это жадность. Ну, вряд ли цель стоит отрыть. Мне кажется, на вас просто старые продукты отдают. Жалко бы выкидывать того. Да нет, не сказал бы. С дочкой. Она хорошо зарабатывает. В смысле, блядь, а почему тут зарабатываем? Ну нету старых продуктов дома. А? Дома старья не бывает. Я поюзу. Вообще никого не... нахуй. Это вообще никак не относится. Ну, я же говорю, блядь. Он их убил. У него этот... Бормчейн. Да нахуй Бормчейн. Дай я лутану. Давай. Мне что же надо? Я спарк взял. Угу. Могу еще и Борнхейм взять. Намного. А, еще и Борнхейм, блядь, с этим, блядь, с увеличенным магазином, ясно хуй. А любой надо брать. Борнхейм? Да, с увеличенным магазином. Там 10 патронов. Так вот, я не договорил. Мне, допустим, иногда жалко выкидывать. Ну, смотря какую. Да нет, хотя нет, еде я, в принципе, очень строг. Ну, потому что у меня желудок слабый, и мне легко сесть на горшок, поэтому к еде я строг. Чуть-чуть просрочилась, нахуй сразу. Ну, у меня то же самое. Но к другим вещам нет. Допустим, носки я могу миллион лет носить. Трусы порванные, обосранные. Нет, меня за них бьют. А? За взорванные трусы меня бьют. Ты чё, я, блядь, обоих убил? Выебись. Ну, я ж говорю, блядь. Первого ты последнюю пульку мне выстрелил. Да. Он его, я его от гранаты ещё и пистолетом. Он просто начал выбегать. Смотрю, бежит ебаная жертва, блядь. Ну, извини, меня убил челик, сейчас я скажу. 1 183 000 у него. Да вот это четверка вторая. А эти... А хотя, блядь, вот здесь 1 300 000, но у него когда один, а второй 822. Ну, это которые оба сдохли, да, на выходе. И еще какая-то пати была, не знаю, возможно, их вот эта двойка убила. Либо однерка замочила вначале. Ну, это вообще пиздец, охуев же будет. Не, ну однерка прям, блядь, в нужное время, в нужном месте просто, блядь, их хуйнул, блядь. Они уже расслабились на выходе, видимо. Подловил. Да, не вряд ли. Мне кажется, подловил. Он просто одного шотнул. На большом расстоянии, все, выйти не можешь. Ну, он да. Видел уже у первого, который ближний, позиция. Пиздец, да, прям на выходе. Более, открытая. Более открытая. На второго он просто сверху убил. Видел, откуда ноги лежали? Так, запускай. Что думаешь, если я не буду брать домовушку? Мама.
Бубик бегает. Бубик! Блин, запускай, я тут. Не знаю, я перца выбираю. Что говоришь? Перца меня. А, перца? Одеваюсь. Ага. Ну вот этот динамит в стену они бросили, конечно, меня хорошо покоцал. Пол хп отнял. Не помню. Ты наверху был, они меня динамит ёбнули в спину почти. Ну я сидел, смотрел главный вход, получается, и правый, где они открыли дверь. Они же дверь выбили на первом этаже. Который этот, купе? Нет, который этот, на засове была. Они его выбили руками, блядь. Вот это купе, а это считается главный вход. Mm-hmm. Не знаю, что ты называешь главным. У нас пиво осталось? Блядь. Нет? Купе, она закрылась. Ты же закрыл ее? Ее больше не открывали. Да. И в подвале они купе открыли, я тоже его закрыл, больше они его не открывали. Но они как-то странно... Была ошибка у этого нижнего, которого ты первого стрелял. То, что он очень близко подошел, и там всего одно место, где спрятаться. Смотри, есть такая секретная хуйня. Двери, обычные двери, не купе, а вот которые открывающиеся. Их можно выставлять так, чтобы она немножко внутрь стояла, не наружу. То есть нужно ее открыть и на себя отойти назад еще раз, и она на тебя закроется. Понял, да? Она как бы давно. То есть, когда он ее откроет, она внутрь откроется. Да, да, вот да, если да. Ты обороняешь здание, ты должен именно так выставлять двери. Потом ловушки, когда ставишь, они должны стоять вот этой петля. Вот, ну, основная хуйня, она справа же. Она должна быть чуть-чуть левее. Чуть-чуть левее щели двери. Он когда открывает, он на ноги обходит, во-первых, внутрь, во-вторых, он не видит ловушку снаружи. Знаешь, да. Вот такая вот есть маленький секрет. Пойдем на Даванта, наверное. Опа, где это? Слышал? Это здесь. Да, ну. А там подсказка наверху, по-моему, да? Да, наверху подсказка. Давай попробуем. Смотрю за вышкой. А ты, главное, на лестницу смотри. Да, я на вышку смотрю. Вон он ползет, блядь. Попал. Пульт потратил. А чё попал? Ты на лестницу не смотрел? Ты не видел лестницу? Я стрелял по лестнице, я не попал почему-то. Он вон там. Попал в него. Второй? Ну это. Он убежал, что ли? Там же стоит. На вышке? Нет. Я второй раз так попал. Я про вышку говорю. На вышке челик. На вышке он спрыгнул уже оттуда. А-а-а. Убил. Одного убил. Да. Где второй? Там же? Он побежал к нему. Метку. Вот тут за деревом. Вот он бегает перед тобой справа. Хорош. Блять.
Блять. Я думал, он его не поднял. Мразь. Просто не понял, он же мне в спину стрелял. Нет, я думал, он его не поднял, я не знал, что он в тебя будет стрелять. Так я же убил. Ты же слышал. Я первого убил тоже. Да. Нет, стой. Ты я убил. Ты же слышал, что я убил. Я думал, ты понял, что меня в спину убивает. Нет, это вот я слышал, что убил. Я слышал, что выстрелил. Я подбежал, и он меня тоже выстрелил. А, ты не. Ну ладно, понял. Не среагировал, я не знал, где он сидит. О, да, да, да. Он не среагировал. Сидит. Я хотел тебе крикнуть, но, блядь, я думал, ты допёр. Я думал, а что ты не допёр. Не в кустах сидит, а он за этим, за поворотом. На тебя орать надо. Блядь. Ну что за пиздец? Да, я уронил этого пидора. Да, я же говорил, что уронил. Я же говорил, что ты его убил. Когда надо давать инфу? Ну... Я думал, а вот это точно услышал в упоре, что я Каина завалил. Нет, я слышал, что ты Каина завалил. Ну все, я сказал, что он справа от тебя. Подожди, нет, смотри, я когда Каина убил, он а первый раз шмальнул, а он мимо шмальнул. То есть первый стал. Я оборачиваюсь, я в него стреляю, но мимо. Он меня стреляет, он меня убил сразу, походу, в голову. Мне, кстати, тоже он. Попал, но как минимум он два раза меня выстрелил. А меня он сразу убил. Вот, слушай, два выстрела. Ты должен был понять. Блять, что не успел среагировать. Надо над реакцией поработать. Я понял, что он этот, в тебя выстрелил второй. Но я думал, что он упал, блядь. Ну раз он коцан, я думаю, сейчас он, его добьет. Лежа стрелял, что ли? Не-не-не, я имею в виду это, то, что не успел он его поднять, откуда выстрел был. Сначала я не понял. Потом я думал, что он вот дальше, не прям вот возле дерева в кустах сидит, а чуть дальше. Я поэтому в ту сторону начал смотреть, и он меня поймал на этом. Но ты на мое тело встал. Он тебя на нем же ебнул. Ты как лебень умер, получается. Мне надо было чуть подождать, а не бежать, как дебил. Ну да, 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 да. Прав, абсолютно. Тут согласен. Я думал, ты его укатаешь. У него потому что пистолет был вонючий. Калма Скотфилл был. Так он меня и убил с него, прям с выстрела сразу. Ну, да, я говорю. Я охуел даже, блин. Обида. Это была обидная смерть. Отлететь от чилика без калдвела. Ой, без калдвела. Все скотчил, да. Эта хуйня только начала играть еще, в чем прикол. 84 да, тысячи, наверное. Отвратительно просто. Отвратительно, блять. Ну, я не знаю, меня тошнит от этого. Такая глупая смерть. Ну ладно, я, блять. Да раз спину еще. Да я хотел Каина убить, либо он, потому что ты в Каина попал. Я слышал, как он расширяется шприцом. Я хотел помешать ему изо всех сил. Поэтому я, блядь, там через джунгли, через всю хуйню прыгнул. Ну ты его как-то сразу завалил. Это крыса, блядь, сидела в кустах. А ты не понял, что он его понял? Я сразу понял, что он понял. Только я не думал, что он. Он потому что, видишь, я побежал туда, он отпрыгивал с той стороны, прыгал туда-сюда. Я и думал, не успел, наверное, поднять. Да, завязываю. Сколько времени было, ебать, где мы были и где они. Там поднять это, извини меня, сколько там? Три секунды, по-моему, что-то такое. Три максимум. Четыре, по-моему. Ну, может, даже пять, ну. Но все равно мы бежали без секунд 10. Ну-ну. В уме вот так держу эту цифру примерно. Тем более говорил, что он к нему постом побежал. Блять. Ой, бомжам умерли. Наверное, там две звезды дали, три звезды. Хуйня, блять. Только я потерял Мосин. Ох, там... красота-то Мосин, какая. Там... Лепота. У нас Липтон есть еще. Нет, не болото. Что вам не жарко, да? А, кого? Фу, да, открой. Это потому что не играем. Да. Жарко. На улице тепло. Я сейчас мыться пойду.
Что, ластовую? Ну, в теории, да. Еще один босс. Помнишь, у Дота на вон той вышке, ну? Да. Падла сидела, блин. Ну, это выглядит одна. Да. Ну, он меня встал, ты меня поднял, мы вышли. Мы не стали на него бежать, потому что, блядь, это смерть была бы. Ну да, хули, снайпер на вышке, а ты за ним бежишь. Была бы у меня снайперка. Чьи утки? Не знаю, не наши. Да? Это не наши. Тогда тихо. Бегу, чужу. Убил. Кого-то убил? Одного убил. Попал. Хорош. Прикрой, я нулевый. У меня один хп. Он за забором. Не умри, я под ядом. Как придурок в дом зашел. Я перезаряжаю. Я лечусь. Убей огненного. Не могу. У меня нечем. Я почти полоску сжег. Живой? Ну, в смысле, есть полоска? Это хуило, вот он. Понял. Не лезь, хитрюсь. С той стороны где-то вроде. Блять, огонь поищу. У этого спарка есть. Ядовитая. Я понял. Я под ней, блять, лежал под ядом. С одним хп. Нух его стреляет. Хорош. Убил. В голову попал. Ну да. Они одинаковые. Как я? Угу. Друзья, значит. Че у этого бомжика? Дробовик. Дело, и... Да. Вот дробовик вижу, а второй не вижу. Дробовик я возьму. А, у него Скотфилд, блядь. Скотфилд стриж, блядь. Стопы, я же перк-то. Да. Ты перк-то. Я думал, я адвокат. А мамлина. Патроны. Мы же на станцию идем, да? Угу. Так, одних конкурентов хуйнули. У меня шприцов не осталось. Два шприца за битву садил. Я один шприц садил и аптечку. Ну, я аптечку восстановил. У меня зато полный набор гранат. У меня два огня, если что.
Пойдем на муку. На муку? Я думал, на станцию зайдем. Там две подсказки. На муку тоже можно. Ну не факт, а там где отработают. О, на муке стрельба. Мука всегда горячая. Сейчас поможем ребятам умереть. Бей. Лошадь. Там огненный бежит. Подсказка вот внутри. Вот этот выход, вот этот выход надо смотреть. Тихо. Да, я мух там поставил. Они минируют. А что, босс здесь? Я слышу, как колодку ставить. Тихо. Куда топаешь? Вот там ловушки, где я метку поставил. Там где-то ловушку поставили. Может тут, не знаю. Вот еще ловушку ставят. Вот еще. Ебланы, что ли? Зачем? Да и хуй его знает. Это ж обычный дом. Там засесть. От тех, с кем они стреляются, от них остается. Окно надо разбить, блядь. Окно надо разбить. Зачем? Не видно нихуя. Просто я не смотрю в него. Я не смогу дальше пройти в случае чего. Не подставляйся под него тогда. Я только вот это окно сейчас смотрю. Реально? Так, босс у нас. Куда по-любому. Бля, ты наверху, я внизу, подожди. Что это здание вот. Это. Босс вот здесь валяется. Минус. Иду вовнутрь. Ни хрена себе. А нет, хилис, подожди еще. Второго убил. Меня стреляли с арбалета со взрывными. С вон той стороны. Ну, значит, не подставляемся. Внизу ловушку поставил. Хорошо. Блядь. Заебись, блядь. Кинь дым туда. Это мина-ловушка с ядом. Тебя стреляют с другой стороны. Да, там ты еще? Да я не увидел эту ловушку, по хуй, да, там вообще стоит. Я не увидел. Уже не первый раз. Кто меня может поднять? Вот там он дальше стоит. Вот там он. Кинь туда динамит, ну нахуй. Он не взорвется. Не я, не. Этот горит. Пробегай. Меня поднимай. Поднимай меня спокойно. Я фулово встал, блин. Yeah.
Он внизу, на первом этаже. Кого убил? Я убил того же. Убил. Хорош. Гребаный дебил. Да, это арбалетчик. Да ёб твою мать, вы чё издеваетесь? Ты чё с тобой? Вторая ловушка такая же. Я в ту сторону прошел, ее не было, блядь. Так, вроде никого не вижу. Совсем. Блядь, у меня антияд есть. Где его труп? Там, справа. Чё мне так везёт, блядь, на эти ловушки сегодня? Так, за ней валим. Никого не вижу. Тут можно выйти. Валим. Обратно на литейку, да? На Годдард-то давай. Я ее зону. Угу. Ты прям этот собиратель. Да пиздец, сегодня у меня прям. Я говорю, везет на них. Они стоят в тех местах, где они вообще стоять, по сути, не должны. Я юзану. Давай. Никого. Так хорошо, что мы на мельницу пошли. Мы пришли вовремя. Ты три убийства, я два сделал, да? За игру? Угу. Угу. Ну это долбоёб этого хуя поднял, я в это время огонь туда бросал. Он еще и погорел. Он ждал меня с арбалетом, что я спрыгнул за ним по лестнице, а я в другой стороне обошел. Вот собаку его горали. Красивая катка. Да? Там хорошо. Пятерых убили. Нихуя ты. Ты видел? Да. Ты пробил. Ты бедного трупа дважды уничтожил. Поставил два алерта, это очень помогло мне. Бля. Там ебаный, блядь. Отлично. Друг друга перерезали нам. Да, 0-0. Короче, этот. Если у него мелкое отделение, она от двух алертов сразу улетает. Я не знаю, что он побежал, блядь. Пиздец, побежал. Весь горит, нахуй. Он бежит, блядь. Его хорошо встретил. А второй видел, сразу начал своими ебучими стрелами стрелять. Да-да-да.
Это, кстати, была ошибка. Он спалился, что у него арбалет с этими стрелами. Почему? Ну, он меня планировал убить, но не получилось. Я отошел, подхилился и сразу забежал вовнутрь. Так бы он меня мог убить, если бы подождал чуть. А сколько ты таких выстрелов взял? Ну, когда не убивал, тоже подпас. А, подожди, мы ты серых убили. А, мы вначале двоих замочили же. Я вначале, да, я про них летал. Смотри, 0.47, потом 0.23, 2 адвоката. Потом 7 минут, 7.22. Да. Потом через 20 секунд второго. О, тебе пятерку долепит. Ну да, хорошо поубил. Ну у меня прям сегодня хорошо идет. Ты убийца. Сегодня прям, вот сегодня, блядь, всегда вот так шло, но у меня и мозг как будто получше работает. Ну и у меня настрой сегодня на игру хороший. Еще бы завтра отдых был бы. Отдых? Ага. Да, я понял, вот я вчера не играл, я в принципе хорошо отдохну. Надо хотя бы день себе давать отдыхать от ханта. Да, надо играть, когда настроение есть, на самом деле. Ну, это тоже важно. В первую очередь. Зачем себя мучить, если ты не хочешь играть? Ух, ебать, у него тиммейт. У кого? Первый, который в хате был. 0.33, когда... Который в хате был? 35 тысяч очков. А второй был, друг. А, который, ну, этот... Которого второго ты убил? Да, не критянка. Так, а который... 33, а который... Так, а который на дверь наступил. Это так, та, такосо Владоса. Да, у него 80 тысяч, 1.22. А второй? Второй тоже самое. Второй... Да, тоже самое, два кемпиона. Угу. Оба пиздюлись. Ну, смотри, мы всю карту почти перехуярили. Угу. Двоих только где-то убили до этого. Да мы просто малатки. Да. Вторая катка прям хорошая, подряд. Угу. Чё, всё? Ну, у меня 4 катки хорошие. Я стрим оффаю. Его на YouTube.